Последний момент, несмотря на то, что со всех пропагандистских каналов России идет поддержка Лукашенко, последний момент, как всегда, Путин его кинет, подумает, зачем мне неприятности, зачем отключение SWIFT, зачем мне нефтяное эмбарго, да, потому что уже начинают из-за смерти Навального, значит, сильным образом давить Соединенные Штаты Америки, а Ангела Меркель уже однозначно сказала, что ее уже не интересует газопровод второй, да, то есть, который недостроенный в Германию, скорее всего, он так и не будет достроен в конечном итоге. Поэтому Путину сейчас не стоит ссориться с Западом, и он хочет мирно все это регулировать. И, конечно, он будет делать ставку на Бабарика, чтобы тот в досрочных повторных выборах выиграл и тем самым вел политику Кремля в эту страну. А от Лукашенко требуется только одно, чтобы он подписал, значит, закон прямо сейчас, в ближайшее время, о том, что Белоруссия войдет в состав России.